кинотеатре «Искра» прошел День донора. Мероприятие было организовано местным отделением общественной организации «Российский Красный Крест» и администрации Ленинского района. Акция была приурочена ко Дню Победы и Международному Дню Красного Креста. Стоит отметить, что минимум 3 района Московской области раз в месяц дежурят по заготовке крови. Сегодня как раз очередь нашего. Сегодняшняя акция – это очередной День донора, в которой происходит заготовка крови для областных коек. Для пациентов, которые ждут, не могут без донорских тромбоцитов обойтись ни одного дня. Вот это дети, онкологические больные. В Большом зале кинотеатра было установлено 3 кресла для забора крови. Сергей Сидоренко, председатель донорского совета при местном отделении Российского Красного Креста, сдает кровь уже более 23 лет. Я работал на шахте, произошла авария. И пришли родственники, попросили нас, кто работал с этими людьми, сдать кровь и оказать некую помощь. Мы приехали первый раз, и мне этого было достаточно, я стал после этого сдавать кровь. За 2 дня до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь. За час нельзя курить. В течение суток нужно отказаться от копченой, жирной и соленой пищи. Среди доноров были те, кто пришел сдавать кровь впервые. Чувствую, как я помогаю людям, которые нуждаются в крови. Раньше, ну, как в советское время, ну, как бы побаивался, потому что одноразовых вещей не было, вот этих вот шприцы, там, вот это все. Сейчас при мне все упаковки скрывают, все стерильно, все как положено, поэтому почему бы не сдать? Были соблюдены все меры предосторожности. Пришедшим выдавались одноразовые бахилы и использовались одноразовые иглы. Сдать свою кровь пришла общественный деятель Илона Броневицкая. По ее словам, стать донором крови она хотела всю жизнь, но только сегодня решилась впервые. Чувствуете то, что вы сделаете большой вклад? Я не знаю, как это можно чувствовать. Я помню, когда мы были маленькие, нас возили там в музей Ленина. И потом говорили, вот на этом столе Ленин писал свои труды. И мы все пытались что-то почувствовать, и ничего не чувствовали. Так и сейчас я ничего не чувствую. Но я могу сказать точно, что если кому-то пригодится, я буду очень рада. Очередная донорская акция будет приурочена к Дню города. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.